председатель КНР Си Цзиньпин совершит визит в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, WSJ. Источник издания уточняет, что Пекин намерен играть более активную роль в прекращении военного конфликта на Украине. Отмечается, что приезд китайского лидера в Россию даст импульс к началу многосторонних мирных переговоров, а сам Си Цзиньпин предостережет Путина от использования ядерного оружия. Ранее Си Цзиньпин заверил, что он готов вместе с Путиным вести Китай и Россию к углублению всестороннего стратегического сотрудничества и практического взаимодействия в различных областях на благо народов двух стран. До этого Путин назвал отношения России и Китая образцом сотрудничества в мире. Примечательно, подчеркнул он, что они улучшились на фоне усиливающейся напряженности в мире. Подпишись на наш канал, чтобы быть в курсе всех событий. Спасибо за просмотр.